Так, всем привет, это видео для страховой компании Ибан. Это не видеоблога, поэтому не теряйте время на его просмотр, это для страховщиков. Значит, история того, как у меня угнали мой автоприцеп. За моей спиной находится Амстердам. Демонстрирую. Сейчас туман, поэтому видно его плохо. Это речка Амстель. И вот тут вот, этот дом большой, это центр Амстердама. И оттуда через речку переплывает вот такого рода паром. Вот он, красавец. В Амстердаме огромная парковка... огромная проблема с автопарковками. Стоимость парковки в сутки стоит 50 евро. То есть 1500 евро в месяц. Это очень дорого. Поэтому, чтобы не было большой депрессии, все делают таким образом. Это место за речкой от Амстердама называется разгрузка. То есть люди приезжают сюда, ставят машины здесь вот на эту парковку огромную, берут вот отсюда велосипед, садятся вот на этот паромчик и переплывают за 10 минут в центр Амстердама. Эта ситуация считается абсолютно нормальной. Я иностранец, чтобы я не коптил их ни город, оставляю место... свою машину на разгрузке за речкой, беру велосипед и езжу на велосипеде по городу. Это не какая-то левая парковка, это официальная разгрузочная бесплатная парковка. Причем здесь находится, например, вот такой ресторанчик. Считается самый большой ресторан в Амстердаме. Здесь есть камеры наблюдения. Их порядка 6 штук. Вот первая камера, она не является полицейской камерой, но имеет отличную форму обзора. И вот это огромная стояночка. Я вам продемонстрирую. Вот здесь она находится. Вот такая огромная площадь. Еще одна камера. Еще одна камера. И камеры в столбах. То есть таким образом здесь расположено 1, 2, 3, 4, порядка 5 камер. 5 видеокамер. Это официальная разгрузочная стоянка. Каждое утро сюда приходят горожане, забирают машину, которая работает иностранцы или туристы. Они здесь бесплатно машины оставляют и едут в город. Конкретно показываю место, где я оставил свою машину и свой прицеп. Я иду к ней, демонстрирую, как это выглядит. Вот мое авто. Чем это место интересно? Тем, что я могу поставить сюда машину и сюда прицеп. И дополнительно я прицеп даю зад и прикручиваю к этому столбу примерно вот такой цепью. То есть вот эта цепочка. Ее перепилить можно, пожалуй, только болгарочкой. То есть вот тут традиционно стоит моя машина. Вот такой плац. И вот видеокамера, которая, в принципе, до нее дотягивается. То есть, таким образом, я считаю, что я поставил машину довольно адекватно. Под видеонаблюдение на официальной парковочной стоянке. Утром, когда я пришел, как сегодня, выяснилось, что машина стоит, прицеп нет. Полицейский участок расположен вот за этим зданием. Полицейский утверждает, что это их не первый такой случай. То есть ничего подобного у них не случалось. А поначалу, после заявления, они взяли фору неделю, потому что здесь были все-таки здесь море и река, большие штормовые условия, то есть был сильный ветер, огромный дождь. И, может быть, там кто-то с хулиганских побуждений его отцепил и угнал там за угол, допустим. Или, то есть это было не кража, а какие-то другие вещи. И полицейские взяли на эту неделю. Через неделю у них тут летает вертолет, они осматривают все помещения. С воздуха, плюс постоянные патрульные машины, в том числе курсирующие по этой стоянке. То есть неделя прошла, они удостоверили, что моего прицепа на территории Амстердама нет. На что у меня есть соответствующие документы. Все выдали, все зарегистрировали. Пожалуй, весь рассказ. Еще раз покажу, как это выглядит. Паром с Амстердама. Вот здесь я беру свой велосипедик
И вот такая площадка. Эта площадка сейчас будет асфальтироваться, она закрыта. А это официальная площадочка. Вот так она выглядит. В три ряда. Можем видеть даже, что она ограждена от пустыря, да, таким забором. Это общежитие для рабочих, которые на судремонте работают. Эти вагончики. Сейчас с утра уже машины все забрались на работу. То есть она по периметру ограждена забором. И выехать можно только с места, где есть видеокамера, здесь или здесь. Так что, в принципе, вполне безопасное место. Но, тем не менее, вот такой несчастный случай произошел. Видео для страховой компании БАМ. Что потом получилось, напишу ниже. Всем пока.